сапожника Шлёппендорфа в настоящую свинью! Дорогой брат Вильгельм, сапожник Шлёппендорф и сам с этим прекрасно справляется, напиваясь в трактире каждый вечер. А вот то, что этот колдун Гогенхайм каждую ночь превращается в крысу и разносит по городам чуму, кусая безмятежно спящих. Вот это чистая правда! Фредбернар! Слушай, а люди говорят, что наоборот, он излечивает тяжелые болезни, даже те, которые до сих пор были неизлечимы. Говорят, что он великий лекарь. Это еще раз доказывает то, что он посредник нечистого. Иначе как можно объяснить, что для своих снадобий он использует серу? Фредбернар! 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 Похоже, это оно. Да, точно. Я понял. Я должен остановить чум. Ну, давай, давай. Так. А что если он нас превратит в чудищ? В чудовищ! Ну в твари! Ну что мы тогда будем делать, а? Не переживай, брат Вильгельм. Теперь он бессилен. Амат Виктория Куром. Победа требует старания. Все, мы пришли. Школе ищу. Где-где? В буфете. Ты принес то, что обещал? Вот чтоб вы так учились, как носитесь по коридорам. Галина Николаевна, я же пострадавшая сторона. Какой у вас сейчас урок? У нас математика или русский. Я как раз к расписанию шел. Так вот иди, а не лети. И еще, Федоров, я надеюсь, ты не забыл, что завтра должен сдать мне работу по истории? Что вы, Галина Николаевна, как такое забудешь? Смотри, Федоров, если узнаешь, что списываешь из интернета, двойка тебе будет обеспечена. Без компьютера совсем ничего делать не можешь. Ачи! Конопелька. Можешь даже не смотреть концерт только для старшеклассников. И что, плакат даже изучить нельзя? Вот смотрю на тебя, Конопелька, и думаю, куда только смотрят твои родители. А что, они продвинутые, пользуются только современными методами воспитания. Ребенок всегда должен иметь право выбора. Тут школа, Конопелька, и права выбора у тебя нет. Поэтому быстренько причешись и сними свои елочные украшения. Финты-шминты. Что? Еще чего говорю. Какой кошмар! Ащи! Ой. Вот, я скинул проги, которые ты просил. Если у тебя все получится, это будет нереальная вещь. А то, ты на испытание придешь? Не, я же говорил, у меня соревнования. Шмырла-пырла, да? Конопля, ты чего? Я новый язык изобретаю. Шмырла-пырла, это типа, что вы здесь делаете? А, ну так швенде-аценде. А это что? А это новая фраза для твоего словаря. Это значит, шла бы ты отсюда. Геники-феники, да? Ну, типа того. А чего понадобилось святым людям в столь поздний час в нашем отдаленном, богом забытом уголке? Нам известно, что за вашими стенами скрывается еретик и лжедоктор.
Филипп Орлов, Разбомбаст фон Гогенхайм! По велению Святой Инквизиции мы пришли за ним, чтобы предать его душу покаянию. Во имя Святой Инквизиции немедленно откройте дверь! Уже совсем обнаглела. Пожитки свои убирать вообще-то надо! Такой хорошенький. Привет, птица-говорун. Малой пришел. Да с последнего урока сбежал. Но мама не разрешила его взять, так как у нашего папы аллергия на котов. Но я его все равно возьму. Так, должно получиться. Ну, поехали. Я ничего не видел. Не замечал, клянусь вам. Платит он исправно. Да. Дьявол ищет тех и находит и вселяется в них, кто на пути заблуждения. Особенно в наше неспокойное время. Сегодня, когда в Испании свирепствует чума, этот... Теофраст. Теофраст. Бомбаст. Бомбаст. Фон. Фон. Гогенхайм. Гогенхайм. Маг и колдун. Он заставляет нас испытывать искушение опасностью еще больше, чем чума. Я не успел. Если бы я только знал, какой-то злобный еретик, я бы сам казнил его. Если бы все были столь же благочестивы, как ты, сын мой, мы бы давно обрели рай земной. Эй, ты! Где моя шоколадка? Лиза, отстань! У меня программа сбоит! Ты стащил мой батончик? Попросить тяжело было. Будто на нем было написано, что он твой. Мой! Дьявол! Не успел. Ничего не успел. Все сжечь. В огонь. Аутвинсере! Аутворе! Айна! Святой! Инквизиции! Бахнула. Вот тебе и шмырло-пырло. Я тебя спрашиваю, Эйнштейн недоделанный, ты что натворил? Малой, ты меня пугаешь. Вивере слетаре! Sie können sich passen. Hat. Das ist meine. Meine kleine. Ja. Brat. 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 Вильгельм. Брат. Вильгельм, очнись! Брат. Брат. Вильгельм. Брат. Бернард. Этот алхимик. Еретик Гогенхайм. Что-то совершил с нами. Ты понимаешь язык, на котором я говорю? Это козни дьявола. Теперь я точно знаю, что этот Гогенхайм с
сговоре с ним. Ты что, с ним? Веритас одиум парит. Истина рождает ненависть. Вперед, брат, Вильгельм! Где я? Это рай или ад? Он псих, а забрался сюда, пока я по телефону говорила. Больше никогда. Никогда никаких опытов. Никогда. Отвлеки его, я вызову милицию. Незнакомец. Добрый ты или злой дух, ответь мне, умоляю. Где я? Куда я попал по невежеству своему? Я? Ваня, а вы у нас дома. Да отпустите вы меня. Мы это, мы не духи. Мы брат и сестра. А я Филипп Ауреолт Офраст Бомбаст фон Гогенхайм. Ничего себе. Путешественник, алхимик, астролог и врач из славного Айнзедельна. А мы это, в школе учимся, в городе Минске. В Минске? Это который в Великом княжестве литовском? Опаньки! Гомус актериус? Нон, гомус религиус. Кино чей снимаете? Что? Это дитя человеческое? Ну, я не знаю. Чудеса. Выходит, я в 21 веке. Угу. И мои опыты здесь ни при чем. Mm-mm. И я в Минске? Ну да, только это уже не Минск, а Минск. И давно не Великое княжество Литовское. Ой, беда. Что же делать-то? Ведь если я здесь, то там меня уже нет. А ведь там чума. А все ты, Эйнштейн. Да поймите вы, я просто хотел. В общем, я создал программу, которая будет сама уроки делать, понимаете? Никакой зубрежки. Тему взял, открыл, отсканировал. И все. Ни одна училка не придерется. Что, отсканировал? Это ты виновата, ты меня толкнула. Ах, значит, это я виновата? Произошел сбой из-за того, что это нелепое сочетание на клавиатуре. Да ты сам нелепое сочетание. Я надеюсь, ты программу восстановишь. Постараюсь. Но ты же сама видишь, что с компом. Это преисподняя. Что? Этот мерзавец отправил нас в преисподнюю! А что нам делать, брат Бернард? Как же мы вернемся теперь обратно? Успокойся, брат Вильгельм. Если нужно, мы отыщем самого дьявола и вернемся обратно. Тише, брат мой. Иду. Брат Вильгельм, это демон. У них и дым изо рта идет. А чтобы не было видно огня, они его гасят какой-то жидкостью. Глянь, что за чучело. Мужики! Нет, аспергатур, локус, аква, бенедикта. Да восстанет Бог и расточатся враги его. Амен. Дети, вы дома?
Свежие овощи и фрукты из малайских архипелагов. Ваня, Лиза, вы где? Это финиш. Предки прикатили. Как? Уже? Ты сказала предки? Что, еще кто-то из прошлого переместился? Нет, это нас так иногда родители называют. Так, дядя Филипп. Да? Скорее прячьтесь, пока не засекли. Они что, палачи? А чем они секут? Кнутом, розгами? Нет, они не палачи. А засекли — это значит заметили. Как дела? Хорошо. А что так... Что так гарью пахнет? А разве гарью? Я ничего не чувствую. Я тоже. Уроки сделали? Да. А портфели чего валяются? А мы уберем. Будь здоров! Чи! Спасибо. Ванюшка, ты что, простыл? Нет, мамочка, просто в носу защекотало. Вы хоть поели? Нет! Я вас позову. Брат Бернард, это статуя! Очень статуя! Слушай, брат Бернард! Смотри! Похоже, постоялый двор. А, только название странное. А? Слушай, надо отдохнуть. Не, страшно. И дождь пойдет. Идем. Пошли. Поймаю! Вот туда! Убью! Великаны, демоны, колдовство! Говорящие головы! Дьявольская темница. Да, малой, ты хоть бы иногда убирал в комнате. В твоем шкафу любой расчихается. Все. Это финиш. Просто аут. Что ты там бормочешь? Я ничего не бормочу. Я говорю, что корыто мое накрылось. И веник полетел к черту. Вместе с корытом. Заодно. Ваня, а чем накрылось корыто? И зачем веник полетел к черту? Я говорю, корыто — это вот эта штуковина. А накрылась она медным тазом. Понимаете, он говорит, что вот эта машина, которая переместила вас оттуда сюда, сломалась. И по глупости моего братца вы никогда не попадете обратно. Так, надо что-то делать. Ваня, Лиза, идите ужинать. Эй, вы чего? Так ведь засекут. Правильно. Вы оставайтесь здесь, а мы чего-нибудь порубать принесем. В смысле поесть. Только вы сидите и не высовывайтесь. Не,
блудиться! Опять статуя. Не надо, брат Вильги. Не надо. Ты мог себе такое представить, брат Бернард? Мы жили праведной жизнью. Мы боролись с сердцеками. Мы изгоняли их в ад. А теперь что? Сами там же. Разве это справедливо? Я верю, брат Вильгельм, что мы посланы сюда с какой-то высокой миссией. И как только мы свершим ее, мы вернемся обратно. Ты думаешь, мы не умерли? Наверное, нет. Уж очень кушать хочется. Да, да. Как живом. И мне. И мне тоже. Как бы я сейчас хотел хоть маленький кусочек хлебушка. Тихо. Господь услышал наши молитвы. Иди и возьми у нее хлеб. Хорошо. Нет, не пойду. А что, если я на первопосленный демон? Мементо вивере. Помни о жизни. Иди, иди. Ой. Во имя святой инквизиции, если ты не блудница и не ведьма, то дай мне. Что? Это. Ух ты, маньяк, проклятый. Вот тебе. На. Получи. Удари меня в лёгкие. Ой, дети, по голове. На. На. Я просто хотел хлеба. Ой, простите меня, пожалуйста. А я подумала, что вы ненормальный. Я нормальный. Вот, возьмите. Чего было сразу не сказать, что вы есть хотите? Я сказал. И зачем было нести чушь про какую-то там инквизицию? Иди с миром, дочь моя. Иди. Простите меня, пожалуйста. Ванюшка, почему не ешь? А у меня для вас отличная новость. Две. Я завтра выходная. И приготовлю наш любимый пирог. С грибами? С грибами. Вот невезуха. А что такое, Вань? Да нет, ничего. Просто я это, ну, спросить хотел. Ну, спрашивай. Кто такой алхимик? Алхимик? Ну, в общем, были такие люди, которые пытались найти рецепт долголетия. Там так ведь, правильно? Угу. Вот. И они еще могли из металла сделать золото. Вот, хотя, я думаю, это легенды. Так ведь? Да? Угу. Пап, нож должен быть в правой руке. Лиза, я знаю. Просто я огурцы резал. Ясно. Значит, ты тоже толком ничего не знаешь. Вань, спроси у учительницы в школе. Она все знает. Ладно. Спасибо большое. Пожалуйста. Я к себе. Ты смотри. О, все съел. От. Молодец. Пап, это я еще спросить хотел. А можешь ты мне дать деньги на новый веник? Просто мой накрылся. Во. Это здорово. Веник накрылся. Наконец-таки веник накрылся. Посмотрю, какие оценки будут в четверти, тогда и дам. А может, и не дам денег на новый веник. Все будет зависеть от оценок. Ну, пап, ну мне срочно надо. Все, Ваня, разговор закончен. Ясно. Вот так. Мама! Лиза, что ты кричишь? Можно добавки? Мам, пап, вы уж извините, я просто за провода зацепился. Господи,
Мне дадут отдохнуть? Я сегодня ночью работаю на дежурном маршруте. Дьявол! Но я же просил вас ничего не трогать. Но я же не знал, что эта свеча сделана из стекла. Она такая горячая. Держите, перекусите немного. И йогурт. Ты что, совсем уже позвать не можешь? Ну давай, что ты там принесла? В смысле? В смысле еды. А что надо было? Вот не везет. Так во всем и сразу. Кроме того, что комп накрылся, и вы переместились, так еще сестра обжора. И мама в кои-то веки завтра весь день дома. У меня есть идея. Лиза! Малой, спокойно. Идем, ты должна мне помочь. Какая изысканная пища. Какая изысканная пища. Интересно. Из каких ингредиентов она изготовлена? Здравствуйте. Божьих слуг примите? Ой! Здравствуйте. Здравствуйте. Брат Бернард, смотри, какая странная хижина. Да, здесь можно отдохнуть. Да? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция конечная. Нельзя. Ты что, не могла папин костюм взять, а не мамин? Там темно было. Взяла первое, что попалось. Да, не камильфо. 21 век. Издалека будет нормально смотреться. Вот, это от квартиры тети Томы. Ладно, поздно уже. Иди ложись спать. Завтра будем базировать его в другое место. Спокойной ночи. Надеюсь, завтра утром ты нас не подведешь. Очень смешно. Финиш. Спасибо, Ваня. Что с тобой, брат Вильгельм? Я так хотел, чтобы это был сон.
А это не сон. Это не сон. Дикитас де эстгик. Это перст Божий. Ага, перст Божий. Ave Maria, gratia plena. Ванечка, встаем. Давай, 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 пора в школу. Встаем, встаем. Мам, ну еще 5 минут. Вань, ну что это такое, а? Ты зачем подушку на стол кладешь? Ай, не спрашивай. А это что такое? Знаешь что, сын? Ты своим хакерством весь наш дом спалишь. Ну... Ага. Вот Лизуня, я понимаю. Наверное, репетирует роль в школьном театре. Вот молодчина. Мама! Ваня! Ну, мне это, сон дурной приснился. Так, знаешь что, сын? Вставай, чисти зубы, одевайся и быстро в школу. Пойду Лизу разбужу. Так, давайте, мои хорошие, Ванюша, Лизуня. Оп. Так, действуем по плану. Угу. Спасибо, мама. Пожалуйста. Лиза! Лизонька, что с тобой такое? Лиза, 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 что случилось? Лиза! Ваня, что такое? Лиза! Это у нее наверняка от недоедания. Голодный обморок. Воды, воды, воды. Ты как? Доченька, ну ты как? Что с тобой? Что случилось? Мамочка, у меня голова закружилась. Скорее, скорее! Мама, пока! Ладно, мне в школу пора. Да в какую школу? Ты что? Мам, я в нее уже 7 лет хожу. Ты забыла? Ну, точно в школьном театре репетирует. Вот эта актриса. Ну, наконец-то. Идем уже. Слушай, ничего, что соседка тетя Том и твоя классуха. А если она увидит нас? Не увидит. Она в школу в 7 часов утра уходит. Так что все путем. Ну что вы как маленький? Доставьте вы уже этот самокат. У нас нет времени. Идемте. Чудовище. Невероятно. Повозка едет без лошадей. Идемте. А? Что, не встречаем батю? Привет, родной. Устал? Есть маленько. Угу. Знаешь что? Меня Ванюшка беспокоит. Он ночью так храпел, я просто уснуть не могла. Взрослеет сын. Вообще, знаешь, надо будет Ваньку отвезти к урологу. Ну, к лору. Лор, носоглотку пускай проверят, да? Устал. Устал. Ну, пойдем есть, завтрак на столе. О, Федоровы, аки-лаки.
Еще твоей подружки нам не хватало. Никакая она мне не подружка. Чего тебе конопля? Что это за хипстер с вами? Это дядя наш. Все? Еще вопросы есть? Не, ответ есть. Есть еще в мире люди, которые не боятся выделиться из серой массы. Ай! Хамы, хоть бы извинились. Это он! Не понял, а что я сделал? Именем святой инквизиции. Стоять! Они ненормальные. Бежим! Бежим! После этого эти люди будут говорить, что я странно одеваюсь. Лиза, давай, быстрее! Сюда! Ваня! Филипп! Не подходите! Я буду кричать! Дитя мое, мы не причиним тебе вреда! Только ответь, куда вы повели этого еретика? Филиппа Аурола, Теофраста, Бабаса, фон Гогенхайма! Мы должны разделаться с ним, чтобы вернуться обратно! Тихо! Дитя мое, помоги нам. А мы, когда вернемся, отмолим твою грешную душу, чтобы она не мучилась долго в этом аду. Бревис ипсавита эст. Седин малис фит лонгер. Жизнь коротка. Но в несчастье будет очень долгой. Бред какой-то. Смотрите. Ну, ты чего там зависла? Ты предатель, предатель. А вы? Как вы могли меня бросить? А что я? Я кричал, Лиза, быстрее. Это они? Я не очень врубаюсь. А кто это такие? Да они меня чуть не убили. Но не убили же. Ладно, идем скорее. Да идемте же! Ты кому-нибудь еще говорил о своем эксперименте? Нет, только Леха знал, но он уехал на соревнования. Так объясни мне, откуда эти клоуны знают об этом? Алхимики. Не ко мне вопрос, ты у него спроси. Да? Прошу вас, не трогайте ничего. Ты чего? Это они. Ну все, я пропал. Они теперь от меня не отстанут. Кто они? Инквизиторы. Перед тем, как попасть сюда, они пришли ко мне от имени Инквизиции, чтобы наказать меня за мои алхимические опыты. Вы имеете в виду, что они тоже? А что я-то? Кто же знал, что все так получится? Ты хоть понимаешь, что ты троих человек из прошлого переместил? Иди теперь объясни этим головорезам, как ты будешь их обратно в прошлое возвращать. Иди! Да подожди ты! Дай подумать. Так как они спрятались в этой крепости, то и нам их здесь надо дожидаться. Идите! Дурак какой-то. Это понятно, брат Бернард. Но вот сколько времени мы их будем здесь дожидаться? Запомни, брат Вильгельм, мы в аду. Здесь времени вообще нет. Морцерта хора инцерта. А? Смерть известна, время ее никогда. Я еще такого не слышал. Смотри, брат Бернард! Зырь? Это те демоны, с которых мы сняли шкуру. Они живы и уже в новой. Колян, это ж те уроды, которые нас вчера отоварили. Ё-моё. Ну все, они попали. Сейчас я им устрою. Огромная дубина в руках. Нет. Зайди!
Дьявольское отродье! Не подходите, демоны! Заклинаю вас! Следний раз повторяю! Экантум дикдости тумавис! Да не крэзи! Да ну их нафиг прибьючи! Посмотри на его лицо! На счет три в разные стороны! Раз! Три! Убиваю! Придурок! Ты чего к ним полез? Значит так. Филипп Бомбер фон Гугенот. Иван, прошу вас. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм. Язык сломать можно. Будете дожидаться нас здесь. Просто сидеть вот на этом месте. Ничего не трогать и не двигаться. Не может быть. Невероятно. Ну что же вы мне сразу не сказали, что мы находимся в величайшем книгохранилище? Гениально. Вы посмотрите, как удобно читать. Ну, не знаю, чего тут удобного. Меня книги всегда напрягали. Эх, Ваня. Зато вот чтение с компьютера никогда не напрягало. Ну, а вы берите книжечки, садитесь и читайте. Ваня? А нет ли книги о том, как из олова выплавить золото? Насчет золота не уверен, но учитывая, что тетя Тома химик, думаю, для вас много интересного найдется. Федоровы. О, Галина Николаевна, здрасте. А почему вы не в школе? Хороший вопрос. Я заболела, а вот вы почему не в школе? А мы тетю Тому проведывали. Она тоже заболела, лекарства ей приносили. Тамара же вроде уезжать собиралась. Не уехала, лежит пластом. Да, к ней еще доктор должен прийти. Ащи! Ну что ж, вы выздоравливайте, а нам пора в школу. Пожалуйста, эпидемия. Ащи! Стой! Там ведь эти головорезы. Вот елки. Все одно к одному. Иди сюда! Дурак какой-то. Конечно же.
Наверное, это и есть рецепт изготовления золота. Надо попробовать. Так. А где же печь? Что ее нагревает? Так. Здесь есть все, что мне понадобится. Где здесь? Так вот они. Дети! Где дети? Убежали! Повозка! 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 Пойдем за ними! Дорога, вы так... Бежим! Да бегу я! Ну! Ну! Брат Бернард! Снова обман. Выходите! Я пишу на вас протокол. Ой. Здрасте. А Тамара где? Какая Тамара? Я ничего не знаю. Может быть, Ваня знает. А может быть, он и ее переместил. Куда переместил? Ее что, в больницу увезли? А вот этого никто не знает. Бедная Тамара, я ей меду принесла. Вы их родственник? Предок. Чи! Чи! Послушайте, у вас случайно не чума? Алых пятен на шее нет? Очень остроумно.
обыкновенная простуда. А, тогда я знаю, как вам помочь. У меня есть сбор трав. Он моментально поставит вас на ноги. А это безопасно? Ну что вы! В Дрездене я одного башмачника в раз вылечил. Так вы народный целитель? Ну, не совсем. Позвольте представиться. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм. Ну, вы даете. Ну, для вас можно просто Филипп. А меня зовут Галина Николаевна. Можно просто Галя. Галя. Какое красивое и необычное имя. Так уж и необычное. Ой! А у вас ключ с собой? Нет. Ваня дверь закрывал. Просто, Филипп, пойдемте ко мне посидим, пока ваш Федоров из школы не вернется. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Это ненадолго. Чайку попьем. Брат Вильгельм, мы возносимся. Да. Брат Вильгельм, ух ты. Мы возносимся. Смотри, смотри, птицы летят. Летят. Сколь это прекрасно. Это чудо. А вот здесь у меня кухня. Вы проходите, не стесняйтесь. И вот эти вот тенденции художественные часто переплетались, пересекались. И в иконах мы часто видим очень конкретные, очень такие портретные. Что образы. С вами? Галя, там у вас в ящике половина человека. Зачем вы его туда засунули? Какому ящике половина человека? Здесь никого нет. Есть. Я не понимаю, как он говорит. Ведь у него только половина туловища. Вы никогда не видели телевизор? Не видел. Что? Отражалось на вещах, и сейчас мы это видим прекрасно. То есть мы эту историю постигаем через послойно, что называется. Мы видим, как один слой сменяет другой. Можете проходить. Половины человека больше нет. А куда вы его дели? Выключила. Садитесь. Галя! У вас, оказывается, тоже есть шкаф, который выдает водород? Даже не знаю, что вам ответить. Какой приятный аромат. А что это за смесь? Для чего она нужна? Как для чего? Пить. И что будет, когда я ее выпью? Ну, бодрость будет. Да это логово ведьмы! Здрасте. Вот незадача. Здрасте. Здрасте. Солисты, видите ли, их задерживают. А мне что делать? Здрасте. Здрасте. Стоять! Что тебе было сказано? Концерт для старшеклассников. Вот так и подавляют тягу к прекрасному. Кардамоны! Боже мой! Парамонова, стой!
Да, Мария Петровна. Ты, кажется, у нас певица. Ну да. Вот и споешь песенку. Будешь, так сказать, на разогреве. Хорошо. Давай, давай. А? Что? Что? Одуванчик? Домой! Мне кажется, я видел красоту божественную. Это не может быть преисподней. Я тоже так подумал. Но мы пройдем по этому пути. Чтоб Божью волю в нем найти. Кстати, а где маленькие? Прекрасные дети. А вот и вы, голубчики. Я же говорил, земля круглая, какое-то колесо. Извольте подписать протокол и оплатить штраф. Уйди, сынок, мы преисполнены прекрасных чувств. И нам не нужна твоя индульгенция. Дети! 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 Стойте! Вот даже не поссоришься. Она ведьма! Никакая я не ведьма! О, какая ведьма! Она ж меня заманила! Успокойтесь, больной, успокойтесь! Я видел, ты ведьма! Ты сам виноват! Она хотела меня сжечь! Успокойтесь, успокойтесь! Исчадие ада! Ты сам виноват! Успокойтесь, больной, лежите спокойно! Я не ведьма! Колдунья! Ты не колдунья! Я все видел! Она из палки высекает огонь! Я видел! Успокойтесь! Куда вы меня несете? Успокойтесь, ваш шок! Привезем в больницу, вас обследуют! Поедете домой! Домой! Я обещаю, не сомневайтесь в этом. Внимание, тишина в зале. Выступает Маша Парамонова. Олег Александрович, прошу вас. Дозвониться не могу. Вы скоро начнете, дети уже полчаса ждут. Мария Петровна, я вас умоляю, подождите еще, у нас солист опаздывает. Ну хорошо, придумаю что-нибудь. Дитя мое, дитя. Брат Бернард, смотри, какая замечательная колесница! Нам некогда смотреть на чудеса. Вперед! 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 Ну вот, информатичка ушла. Опоздали. Как же нам пробраться в кабинет? У охранника на вахте должен быть второй ключ. Но надо как-то его отвлечь. Вот ты это и сделаешь, учитывая твой опыт симуляции. Очень хорошо, очень хорошо, вы все-таки приехали, а мы вас заждались, даже хотели концерт отменять. Так, пошли, пошли, пошли скорей. Так, я очень надеюсь, что песни вашей группы не содержат никаких ругательств и каких-нибудь неприличных выражений, я правильно понимаю? Наши песни? Ну а что еще? Очень цензурис и абсолютно моральс. Никаких инвиновертас. Иначе на костре зажарюсь. За любой похабитус. Вот, да-да-да, вот это очень хорошо. Это очень правильно. Пошли! Без солиста, конечно, это лажа. Звонко развела,
общем, так, пацаны, если через 10 минут этот дятел не появится, просто выходим и лобаем сет. Те клопы, которые нас с Коляном отоварили. Спокойно. Работаем в зале, дети. Тишина в зале. Дорогие ученики и учителя. Сегодня в нашем зале мы приветствуем группу Самада... Сама Доброта. Как меня мучает совесть, что я так плохо поступила со своим родным одноклассником. Представляете, он дает мне списать, я получаю двойку и закладываю его училке. Слушай, а может тебе к психологу школьному обратиться? Ты мне уже 10-й раз одно и то же рассказываешь. Вот так и получается. Дети – самые одинокие существа во Вселенной. Да ты не обижайся. Подойди к однокласснику, скажи, что испугалась, ну и сдала его. Училке все расскажи. Я думаю, поймут. Да, вы правы. Я так и сделаю. Спасибо вам, что выслушали. Спасибо! Ну ты, Лизон, даешь. Я прям тебя зауважал. Может, тебе это, актрисой стать? А я и собираюсь. Ну вот. Теперь можете начинать. Ой. Брат Бернард, смотри, чудо. Sancte Spiritus. Et emite celitus. Lucis tue radium. Veni, Pater, Pasperum. Vei dator munerum, vei lumen potium, consolator optime, lucis hospes anime, dulce res mingerium. Стас, информатичка. Вот невезуха. Не успеем. Нет, Светлана Алексеевна, я просто не могу вас туда пустить. Федорова, в чем дело? А там чудовище. Так, срочно домой. Ключи. Диск. А, крышка. Все, хватит нести чушь. Ну что, Федорова, где чудовище? Смоталась. Yeah!
Здорово! Здрасте. Здравствуй, здравствуй. Почему сегодня не была на химии? По семейным обстоятельствам. Что-то случилось дома? Ну да. Понимаете, к нам родственник внезапно приехал издалека. И теперь мы не знаем, как его отправить назад. А, понимаю тебя. Понимаю, Федорова. Это кто? Это Филипп Оролтов Расбомбас фон Гогенхайм? Первый раз за всю свою школьную практику я слышу, чтобы кто-нибудь смог произнести настоящее имя Парацельса. Вот ё-моё! Фёдорову. Надо посылать на Олимпиаду Фёдорову. Его портрет в нашем кабинете химии висит. Вот не зря у меня было чувство, что я его где-то видела. Так что если не получится его вернуть, все рухнет. И мы с тобой, может, даже не родимся. С чего ты это взяла? А ты понимаешь, что если он там, в прошлом, не сделает своих великих открытий, развитие человечества затормозится на столетия. Так что надо торопиться. Ты веник стащил? Одолжил. Хорошо. Галя, скажи мне, зачем? Зачем ты зажгла эту палку? Ты видишь, куда мы попали? Галя, скажи мне правду. Ты ведьма? Вон они! Оба-на! Скорее! Стойте! Брат Бернард! А? Стой! Что? Давай возьмем эту конструкцию! Ты же видел, как она быстро едет! Что они делают? Как ей управлять? Я не знаю! Я думаю, что надо взять как лошадь! Под усы! Да! Смотри, они на велике! Вот ненормальные! Они же разобьются! Брат Бернард! Чудеса! Как на лошади! Останови ее! Останови! Надо их остановить. И что ты предлагаешь? За ними! То они за нами, то мы за ними. Надоело! Тормози! Педаль нажмите! Говорит, на какую-то педаль надо жать! Остановитесь!
горит, там что-то надо нажать! Пенталь или пенталь! Стой, да! Держись! Пенталь! Левее! Я тяну! Левее! Налево! Я тяну на повод! Ну куда ты едешь? Я же прошу направо! Не понял! Тормозите, тормозите. Мы же вас предупреждали. Жмите на педаль. Стойте, стойте. Дети мои, вытащите нас отсюда, пожалуйста. О, изуверы. Такую иголку засадили прямо в руку. Тебе больно, Галя? Ты что делаешь? Это же лекарство. Лекарство? От чего оно? Надо будет изучить его состав. И что, они впрыснули его тебе прямо в кровь? Ну да, это же капельница. Капельница. А это таблетки. Таблетки? Откуда ты вообще взялся? Таблеток ты тоже никогда не видел. Так вот. Их надо пить. Вот так. Что ты делаешь? Плюнь! Тьфу! Какие странные кружочки. Надо будет... Ты что? Надо будет изучить. А теперь собирайся. Нам надо бежать отсюда, пока мы не заразились чумой. Никуда я не пойду. Спокойно. Просто смотри на мою руку. Смотри на мою руку. Не трогай меня. Это для твоего же блага. Это ж надо. 5 столетий. Вперед. А я так и знал, что это не преисподняя. А вы в курсе, что этот ваш Филипп, которого вы хотите зажарить, должен внести огромный вклад в развитие человечества. Да. И вообще, у Инквизиции нет будущего. Как нет? А вот так, нет. А я всегда знал, что этот Гугенхайм не виноват. Только не верил. Так какой же мы должны внести вклад в будущее, брат Вильгельм? Я не знаю, брат Бернард. Не знаю. Но мне здесь очень нравится. Очень. А что там? Чума, колдовство, дыбы. Ни тележек тебе самоходных, ни странных конструкций, возносящих тебя к божественной красоте, ни этой чудесной еды, ни замечательного хора, сама доброта. А как прекрасно нас встречали шкалеры! Ох, шкалеры! Верните наш велик! Ой, так! На счет 3 бросаем велики и бежим. Раз, 3! Два. Быстрей! Ай! Сейчас я нас вывезу. С дороги! С дороги! В сторону! Расступитесь! Расступитесь! Сейчас! В сторону! Отойдите! Все-таки, уважаемый коллега, самое главное в нашем... От человека. Кто вам это сказал? Парацельс? Здравствуйте. Товарищ Парацельс, величайший из величайших. Молодой человек! Стоять! Ну, молодой человек!
где же он? У нас ведь совсем нет времени. Может, Галина Николаевна его видела? Точно. Можешь не звонить, увезли ее. Куда? Куда? Куда-куда? На Кудыкину гору, больницу. Пожар случился, ее и мужика какого-то бандитской внешности. Оба пострадали. Да что же это за день такой? Кажется, оторвались. Филипп, тормози! Держись, Галя! Осторожно, Филипп! Где выход? Что же это за лабиринты? Не уйдешь же! Ну, врешь! Да не уйдешь же! Стояночка! Попался, говорил же! Пустите меня! Галя! Попался! Галя, я не оставлю тебя здесь! К вам поступил Парацельс. Это наш дядя. Да, да. Он высокого роста. Подожди. У него голубой пиджак и штаны с цветочками. Закройте дверь. У него волосы вот так подожди торчат. Подожди ты. У него был пояс с мешочками. Да. В них лежали лекарства. Все, говорите по одному. Что у вас произошло? Объясняй. К нам приехал дядя издалека. И мы должны его переместить обратно. Как же вы не понимаете? Да, да, да. У вас эпидемия. Я хотел спасти ее. Кто же тебя спустил? Отпустите вы меня. Я же говорю, не уйдешь. Его все ждут дома. Ну отпустите меня. У вас чума. Да какая же чума? Да ну вас. Куда вы пошли? Стойте, кто вас пускает без разрешения? Дядя Филипп, что они с вами делают? Лиза, тут такое происходит. Стойте! Ой, именем Святой Инквизиции прошу вас. Отпустите этого еретика с нами. По-хорошему. Доктрина est fructus dulcis radicis amare. Это же латынь. Да. 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 Ну, наука? Это сладкий плод горького корня. Абсолютно верно. А что здесь происходит? А я так думаю, это кино снимается, да? Уважаемые доктора, вот он мой родной дядя. А сейчас мы скрытой камерой снимаем для школьного конкурса фильм о жизни Парацельса. Слушайте, действительно классно загримировали. Да. Ну, прям вылитый тот, который у нас в коридоре висит. Я только не понимаю, зачем вам нужно было по сюжету красть женщину? Да никого я не крал. Я выход искал. И она никакая не женщина. А кто? Величайшая ведьма. И вы уверены, что с ним все нормально? Да. Он случайно не свихнулся от этой роли? Ну вы же понимаете, творческие личности. Нет, не отдавайте меня! Лучше поместите меня в Лепрозорий, но не отдавайте им, они меня на костре сожгут. Вот играет, дядя вот Филипп, играет. У нас совсем мало времени, а вас еще надо домой возвращать. А они вас трогать не будут. Они наоборот, хотят вашего совета спросить. Совета? Да-да, Фиат, люкс. А? Везде есть свет, уважаемый актер. Абсолютно верно. Дядя Филипп, ну что же вы стоите? Да, пойдем. Товарищ артист. Вы не забудьте одежду забрать. Я возьму. Дядя Филипп, скорее! Ваня, там осталась Галя. Я его по телевизору видел. Он во всех сериалах снимается. Так нужно было взять автограф. Я вам все дам именем Святой Инквизиции. А Парацельс это кто? Это вы. Вас так будут называть в прошлом. Да? Вы станете великим врачом и химиком. Вот это Ани. Дорогой брат Филипп, ведь ты же еще и астролог. Нам это известно. Ну да. Скажи, если ты знаешь, что с нами будет в нашем времени? Вы с ума сошли. У нас времени полчаса. А еще веник установить и программу запустить. Ваня, да подожди ты со своим веником. Когда вы пришли за мной, я сразу понял, что вы не доведете свое дело до конца. Да-да-да. Это почему же? Вас обоих сразит чума, и вы умрете через 3 дня. Да. А вот меня вынуждены будут отпустить. Смотри, Димон, это же они! Братаны, мы уже 2 часа вас ищем. Что насчет нового выступления? Какой ответ ты хочешь услышать, брат мой? Вы будете играть с нами! Нам позарез нужны такие солисты!
Брат Бернард, я очень хочу петь в этом хоре. Вань, а может, действительно, пусть остаются. Прощайтесь. Дорогой брат Филипп, спасибо, брат Филипп, спасибо. За что мне-то? Ну как за что? Если бы мы тогда не пришли, чтобы сжечь тебя на костре, мы бы не оказались в этом раю, да? Да. Ваня, а я могу остаться? Ваня. Нет. Ну как же, брат Скорее. Филипп. До свидания, брат Филипп. Передавай привет нашим братьям и нашей церкви. Ага. Прости за все. О, это просто чума. Чума? Ну, в смысле, хорошо. А, хорошо. 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 Послушайте, а у нас будут самоходные железные тележки? Думаю, что очень скоро. Две. Слушай, они, конечно, крэзи, но капусты мы с ними нарубим. Это точно. Э, братья! Братаны! Братаны! Дороги! Куда ты едешь? Эй. Спасибо, Иван, что перенес меня сюда. Не за что. Странно. Но раньше, своими опытами, я пытался найти философский камень, получить золото, но теперь я знаю, как остановить чуму. Счастливые вы люди. У вас есть столько всего интересного. Трамвай. Электрические лампочки, большие красивые лечебницы, сосиски и огурт. А у нас чума, инквизиция, научные книги под запретом и столько страждущих. Дядя Филипп, а хотите, мы вам прочитаем, как сложится ваша жизнь? Нет, нет, что ты. Пусть сложится, как сложится. Но теперь я точно знаю, чему я ее посвящу. Дядя Филипп, отсчет пошел. Все, Ваня, я готов. А мне можно попрощаться? Галя? Ты что, не закрыла дверь? Галя. Галя. Я все объясню. Не надо. Я все поняла. Когда портрет в больнице увидела. Я бы так хотела, чтобы ты остался. И я бы тоже. Но я должен вернуться. Ты прости меня за все. Что ты? Порошок, который ты метнул на плиту, в раз избавил меня от простуды. Впрочем, дело не в простуде. Я тебя всегда буду помнить. А я тебя. Ha ha ha!
какой удивительный сон. Какой странный сон. Парацельс. Парацельс. А что? Мне нравится это имя. Герр фон Гогенхайм, я третий день кормлю ваших птиц и ставлю вам молоко, а вы к нему не прикасаетесь. Оно же скисает. Не Гугенхайм, а Парацельс. Филипп прав, ты станешь великим ученым. Да, ты тоже суперская сеструха. И актриса классная. Дети, ну когда вы повзрослеете?